Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня у меня будет очень интересное видео, особенно для вязальщиц. Почему для вязальщиц? Потому что я сегодня буду показывать подарочки, которые получила на юбилей. Было очень много подарков от моих подружек-вязальщиц, правда, и не только от них, и все они относятся к вязанию. Будет много разных спиц, крючки и пряжа. Так что, кому интересен такой формат видео, ставьте чашечку чая, кофе, усаживайтесь поудобнее и давайте проведем это время вместе со мной. Надеюсь, вы тоже за меня порадуетесь и обязательно жду ваши комментарии. Пишите, у кого есть уже такие инструменты, у кого есть такая пряжа, кто уже вязал такой пряжи, удобно, неудобно инструменты. В общем, очень жду ваши комментарии, буду рада каждой из вас. Ну и давайте перейдем в формат руки. Буду снимать на столе, чтобы все это показать вам поближе. Ну что, приступим. У меня сейчас на столе вы видите все инструменты, которые я получила за сентябрь месяц. И все это подарки. Начнем с самого такого мощного. Это вот от Knit Pro, всем известные Mintful спицы коллекция, Belief Set. И вот она продается в таком мешочке. Вместе с ним приходят вот такие небольшие книжечки, в котором показаны, какие спицы у них есть. Вот видите, прямые спицы. В общем, ихний ассортимент. Как бы знакомство с этой фирмой. Ну а Knit Pro я наслышана. Все девочки, которые у меня в знакомых, уже имеют эти спицы, почти все, будем так говорить, и все очень довольны. Набор большой, компактный. Посмотрите, как все аккуратно собрано. И давайте откроем и вместе с вами посмотрим, что входит в этот набор. В этот набор входит 7 номеров спиц, размеров от троечки до номера 6. 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 и 6. Здесь нету четвертинок, здесь только половинки. Но мне кажется, этого тоже достаточно. Если прям есть какое-то такое желание иметь четвертинки, можно заказывать спицы вдобавок уже отдельно поштучно. В общем, это спицы очень классные, очень гладкие. Нравится, что здесь вот номер прям написан на самой спице, и не нужно искать, какой номер и что. В общем, это такая красота, просто нереально. Девочки, вот честно, столько лет я вязала обычными китайскими спицами. Это вообще просто легкость, легкая. Они вот в руках просто не ощущаются. Вот такая косметичка еще идет вдобавок. И здесь столько красоты. Вы только посмотрите. Вот давайте все вытащу и покажу. Это две иголочки трикотажные, чтобы зашивать полотно трикотажное. Видите, с таким удобным носиком, чтобы входить как следует в петельку, поддевать ее легко в двух таких соответствующих, скажем, цветах. В косметичке есть вот такой отсек отдельный. И здесь просто посмотрите, сколько маркеров и каких разных, разного диаметра. Вот смотрите. Вот так. Я буду собирать, чтобы на столе у меня не получилось такого большого беспорядка. Вот такие маркеры, которые можно, видите, просто продевать уже в вязаные изделия. Они очень удобные этим. Я посмотрю, видно, я снимаю все это. Да. И вот такие уже знакомые нам обычные маркеры, но это фирменные
я надеюсь, они не будут ломаться, потому что у многих есть такой опыт, что очень часто они просто от сухости ломаются. В общем, маркеров тоже куча. Вот такое еще маленькое такое раздел, кошелечек такой, в котором, видите, здесь идут заглушки и ключики. Здесь идет вот 4 заглушки. Вот, все в цвет, посмотрите, как красиво, видите, очень красиво. Цвет — это вообще моя любовь, когда что-то с зеленым связано, это очень красиво. Вот, посмотрите, как это выглядит. В общем, теперь вязание будет не только в радость, но и еще в удовольствие, посмотрите, какое. Это красиво еще будет выглядеть. В общем, я сказать, что я рада, и это просто ничего не сказать. Здесь еще, видите, есть линеечка, чтобы измерять спицы. То есть, если это размер 4,5, мы даже, ну, пожалуйста, вот, измеряем и размер точно. Линеечка очень красивая. Удобно, что все находится в одном наборе. И искать ничего не надо. И по разным кулечкам, целлофанчикам класть эти спицы не нужно будет. Разного размера лески, от самой маленькой до большой, в 3 размера. Но они самые актуальные, я считаю. И все здесь, ну, просто очень продумано. И мне все очень-очень нравится. В общем, набор — это была моя мечта. У меня мечта, честно говоря, был еще Lantern Moon, но я наслышана из вот черненькие спицы из эбенового дерева. Наверное, вы тоже наслышаны о них. Многие, наверное, уже и вязали из них. Но я очень много слышала, что они ломаются часто, у многих поломались моих знакомых, и просто я подумала, что давать такую сумму денег, они стоят, конечно, не из бюджетного варианта эти спицы Lantern Moon, и подумала, что нет, лучше взять обычные наши, такие, которые мы, ну, больше ближе нам, и я понимаю, что они точно не поломаются и прослужат мне долгие годы. Вот, так что вот такой набор мне, я получила в подарок от суммы денег, которые вот сложились моя мама с сестренкой и Света Яковишина, она у меня подружка из Инстаграма. Вот эта сумма в итоге дала мне возможность купить вот такой набор. То есть все равно я хотела что-то, ну, спицы, ну и, конечно, вот денежки сказали, что хочешь, то и покупай себе в удовольствие. Про подарки. Получила подарок вот такой от моей подружки. Я вообще не ждала, конечно, не ждала, но вот такое счастье привалило. У меня теперь есть еще и Lantern Moon спицы номер 3. Это мне послала Екатерина Мельниченко. Она тоже у меня в Инстаграме, она есть ВКонтакте. Она, кстати, уже начала писать мастер-класс. Написала на паутинку, я ее даже связала. В одном из видео обязательно я вам все покажу и расскажу. Вот. И вот она послала мне один номер спиц плюс дополнительно отдельно мне пришли 2 лесочки, заглушки и ключик к этим, ну, просто, девочки, нереальным спицам, будем честны, потому что все-таки это спицы, это, ну, наверное, мечта каждой вязальщицы. Вот, как бы про них плохо не говорили, что они ломаются, но вязать, я думаю, это просто держать в руках кайф, но я представляю, как это будет вязать ими. Вот так они закручиваются. Ключиком можно, да, подеть, как следует закрутить. Вот посмотрите, какая красота. Ну, это просто нереальная красота. Я смотрю и вот поражаюсь вообще,
как вот вроде спицы и спицы, а придумывают, придумывают. Вы посмотрите, заглушки какие красивые. Ну вот просто, знаете, нереальная красота. Действительно очень красиво. Я не знаю, насколько они у меня быстро поломаются. Это троечка. Самый ходовой у меня из размеров это троечка и 3,5 спицы. Так что я думаю... В общем, я очень надеюсь, что они мне прослужат верой и правдой долгие-долгие годы. Я это потом соберу. Давайте, чтобы время много не занимать. В общем, это подарочек от Кати Мельниченко. Просто безумно благодарна ей за вот такой подарок, потому что сама я точно уже решила их не покупать, эти спицы. Здесь у меня, посмотрите, пришел в подарок крючок. Крючок от Ирины Кравченко. Тоже подружка по Инстаграму. Девочки, в Инстаграме, между прочим, мы очень-очень дружим. Очень много девочек хороших. Так что, кого из вас нет в Инстаграм, добавляйтесь. У нас там очень классно. Вот такой крючок. 5,5 номер. Вы понимаете, все так продумано. Почему 5,5? Да потому что я сейчас вяжу сумочки из трикотажной пряжи. И именно номером 5,5, так как на эти сумочки я делаю еще и мастер-классы, их продаю. Ирочка, конечно же, связала эту сумку и знает, каким номером спиц, номером крючка ее вязать. Вот она именно этот номер крючка мне и подарила. Помимо этого крючка, кловер, у меня тоже такого еще крючка не было, так что у меня из кловера фирмы это первый крючок. В общем, у меня такие дорогие в этом году инструменты получились, и не один, в общем, рада безумно. К этому подарочку Ира мне прислала вот такую брошь, такая розочка. Мне нравится, мне очень нравится. Я уже представила, у меня есть пиджак. Обязательно вот на лацкан я ее прикреплю и буду носить с огромным удовольствием. Конечно, спасибо Ирочке тоже за такой подарочек. Ну и последние мои инструменты, которые мне подарил сын и дочка. Это всеми известные деним, тоже от фирмы Knitpro. Кстати, Лантермун тоже фирма Knitpro. Вот они усовершенствуются, вы видите, и дошли уже до такого совершенства просто. Красота невероятная у них. Вот. И здесь, посмотрите, опять шикарный такой вот косметичка. Ну вот, посмотрите, насколько все это красиво. И насколько вот, ну просто, все идеально продумано, я считаю. Ну и то же самое здесь. Здесь немножко попроще, такой более современный вариант, такой джинсовый. Такие две маленькие лесочки. Здесь у нас идут ключики, чтобы открывать, закрывать. Лесочки и вот такие спицы. 5, здесь 7, опять здесь 7 штучек спиц размеров. Здесь тоже от тройки до шестерки. Вот все так же, как и в том салатовом наборе. И вот посмотрите, от троечки до шестерки. Это такие маленькие спицы, 5 сантиметров в длину. Сама спица, она сделана такой короткой для изделий маленьких размеров. То есть, чтобы связать рукавчики или для детишек. Например, жакеточку, если вяжете, штанишки, ритузики, что-нибудь такое, чтобы можно было вязать спокойно в круговую. Я еще не пробовала, надеюсь, у меня получится. Не знаю, насколько это удобно вязать, но я их очень хотела. Ну и все, они у меня есть.
Вот столько красоты у меня прибавилось всего за один раз. Это все на день рождения. Вот такую красоту мне подарили. Я безумно благодарна всем, кто мне подарил вот такие, главное, инструменты. Давайте я это потом соберу. И еще хочу показать вам один из подарочков, которые мне подарила Мариночка из Дилижана. Но мы с ней тоже познакомились по Инстаграму. Это вот такой набор маркерочков. И вы посмотрите, все подобрано в одном цвете, моем любимом. Все друг с другом подходит. И у меня, представьте, все будет вот зеленое здесь. И вот они такие салатовые, вот переливаются, камушки натуральные. В общем, это безумно красиво. И здесь я обратно их в целлофан положила. Вот такие букет вот таких цветов, розочек. Пахнут нереально розами. Это вот такие мыльные, да, их называют мыльные такие цветы. Это положить просто на туалетном столике или же там, ну, где вы хотите, на своем рабочем месте, чтобы вас радовал такой букет. Ну, это просто, посмотрите, как красиво. В общем, я безумно благодарна всем своим подружкам за такие подарочки. Большое вам спасибо. Надеюсь, будет связано очень-очень много изделий этими инструментами. Ну вот, это тоже, я считаю, инструмент, маркер. Вот, и сейчас мы перейдем, я сейчас приготовлю и покажу вам, сколько пряжи мне послала одна моя подписчица. Ну что, давайте приступим. Теперь будем смотреть пряжу. Всю пряжу, которую я вам сейчас покажу, послала одна моя подписчица Аруся. Арусяк. Она живет в Армении. И очень интересная история нашего знакомства с ней. Она со мной познакомилась благодаря Алене Абель. Она увидела в видео, как Алена Абель рассказывала про меня. И она подписалась на мой канал в Ютубе, и так потом в Инстаграм. И так теперь мы с ней вот дружим. И дружим очень вот так хорошо, скажем. И она решила мне на юбилей послать. Это было два больших кулька пряжи. Моей радости просто не было предела, я вам скажу. Я не ожидала. Конечно, самый-самый такой классный подарок, помимо пряжи, это игрушка, связанная своими же руками, то есть ее руками. Она вяжет красивые игрушки, Арусяк, за что и огромное спасибо. Эту лягушку я назвала Квака. У нее все продумано, все вот проволоки продеты. В общем, все это двигается, и ручки, и ножки. В общем, она у меня, честно говоря, сидит в спальне на подоконнике. Иногда мы вместе с ней пьем чай, кофе. Вот, но я за ней очень хорошо смотрю. Не помню, сказала, назвала ее Квака с разрешения Аруси. В общем, у меня вот такая теперь есть подружка. И главное, опять в зеленом цвете подружка. Представляете, я ее здесь посадила на такую шикарную бобину шерстяной пряжи. Это тоже как носочка, итальянская пряжа, итальянская бобинка. Она не толстая пряжа, тоненькая. Вот, и ее я даже не представляю в одну ниточку вязать, или же все-таки нужно ее будет с полиамидом сложить, чтобы надо будет вот посмотреть точный состав, потому что я тоже не очень вот понимаю, что здесь, если нету здесь полиамида, то, конечно, лучше ее сделать смесовочку, чтобы носочки быстро не протирались. Но мне кажется, это просто чистая шерсть, потому что и запах у нее такой просто сам за себя, скажем так, говорит, что это чистая шерсть. Еще был один моточек.
пряжи я вам покажу в следующих видео, из которых я начала вязать носки. Но там толстая пряжа из 100 граммах 200 метров. Так что я вяжу прямо на спицах 3,5, вяжутся за один вечер. За один вечер я там связала один носок, распустила, потому что поняла, что пряжа остается. Думала закончить один клубок одной парой носочков, но поняла, что все, ну, перевязала, на более длинную сделала такую часть резинки, но все равно уже второй заканчиваю и понимаю, что все, но клубочек не закончится. Вот это по носочной пряже, то, что она мне подарила. Вот, ну пусть квака здесь сидит, она будет вот красиво украшать наш стол. Сначала покажу вам летнюю пряжу. Это всем известная, мне кажется, пихорка жемчужная. Это льняная пряжа. Я ее тоже давно хотела. Она у меня на Вайлдберрисе в корзине давно была. И именно в этом цвете я себе хотела что-то такое легкое, струящееся. Еще не решила в тот момент, что, когда я начинала вязать мастер-класс на платье делать, я даже думала, что буду делать вот именно из льняной пряжи, чтобы она так струилась хорошо, платье так сниспадало красиво. Но потом, когда у меня появился вот твидовый хлопок итальянский, бобинка вот синяя, которая цвета джинс, я все-таки решила, что, во-первых, это мой цвет, и я решила сделать себе платье вот именно из той бобинки. Ну, конечно, оно получилось просто шикарное. Я очень довольна, что я связала его. На него уже есть мастер-класс. Кто не знает, проходите, смотрите. Кому нужно, покупайте мастер-класс. По нему вязать просто очень легко, потому что каждый ряд там проговорен и показан в видеоформате. Вот, это три моточка жемчужной пряжи. Следующее, ализе бело, всем известная. Это вот такой в сером, красивом, он такой жемчужно-серый цвет. Ну, это классика, просто классика. Такой вот пряжи вязать. Ализе бело – это мягчайший хлопок. У меня связано ни одно изделие из этого хлопка. Я вообще не избалована такой дорогущей итальянской пряжей. Турецкая более нам знакома, потому что у нас в Армению привозят, как ни странно, в Армению привозят турецкую пряжу. Вот, и что приходится делать нам? Нам приходится, вот если мне нужно по-быстрому, то я быстро прохожу, покупаю и не жду, когда с Вайлдберрис, вот у меня спицы с 3 сентября были заказаны, и они пришли мне только вот в конце месяца, только вот на днях, и я сегодня вам снимаю видео. Так что очень часто, когда задерживаются товары, и надеяться на Вайлдберрис, это просто вот легче купить в магазине. Вот. Ну, сейчас, конечно, я тоже начала уже пробовать разную итальянскую пряжу. У меня уже есть опыт, чему я безумно просто тоже рада. Я связала паутинку, потом я вам расскажу про эту пряжу, с какой вязала. Бобины итальянскую пряжу я уже начала покупать, так что опыт у меня теперь будет уже из шикарной пряжи тоже. Вот, так что вот здесь 5 моточков, то есть 500 грамм, это на небольшой размер на платье хватит, здесь 360 метров в 100 граммах, насколько я помню. Ихний метраж, просто мне сейчас не... Да, 360 метров в 100 граммах. Просто сейчас я не хочу все эти упаковки открывать. У нас дома идет ремонт, и лишний раз, чтобы пряжа пылилась, не хочется. Но та пряжа, с которой я была незнакома, я ее открыла, мои хорошие. Давайте я вам покажу. Вот я прямо здесь ее оставила. И я хочу из нее прям вот начать в скором времени вязать.
Вот эта пряжа, посмотрите, Янард Мелодия. Я, может быть, кто-то из вас не знаком. Это такой благородный, очень благородный цвет, который сейчас в большой вот популярности. И мне прям очень захотелось из него что-то тут же связать. Такое что-нибудь чуть-чуть сетчатое. Она не теплая пряжа, не могу сказать вот про нее. Здесь вот написано очень интересно. Ой, вул. Вул это, я знаю, шерсть, но в переводе почему-то идет хлопок. Если я что-то не так говорю, поправьте, конечно, меня. 9%. А дальше 21% акрил и 70% полиамид. Состав, конечно, прям, ну, натуральным его не назовешь, но это очень мягкая пряжа, я вам скажу, мне она очень понравилась. Единственное, что мне кажется, она будет очень кашлатиться, но ничего, ничего страшного, она, главное, она меня украсит там на какое-то время, и потом обязательно я вам расскажу, как она себя ведет, повела после стирки. Так что будем вместе с вами наблюдать за этой пряжей тоже. В 100 граммах здесь 230 метров. Я думаю, что на спицах, так как производитель здесь указывает спицы, я смотрела, 4, по-моему, с половиной, 5. Ну вот, вот, 5 миллиметров даже. Так что на 5 миллиметрах, может быть, нет, на 4. Ну, в общем, я посмотрю, конечно же, буду вязать образец и посмотрим, что это, как получится. В общем, очень хочу. Думала, может, жакет, но жакет я начинаю совсем из другой пряжи. Это тоже я вам покажу в следующем видео, потому что сейчас сезон вязания, и вот... Прям потянула вязать очень сильно, не могу дождаться конца ремонта, чтобы дома убраться как следует и уже в чистоте, в красоте просто творить. И вот здесь 5 моточков, то есть 500 грамм, и будет красота. Вот здесь у меня, посмотрите, тоже пряжа, 4 моточка, то есть 400 грамм пряжи Ланосо. Кто знаком, я с ней знакома. Именно из этой пряжи я не вязала, но я вязала из Ланосо, которая полушерстяная ниточка. Я вязала из хлопка, и пряжа, вам скажу, очень хорошо себя показала. Я вязала на заказ, и вещи детские, не сказала бы, что кашлатились. Мне нравилась эта пряжа. Вот здесь посмотрите, 85% хлопка и 15% люрекса. Ну, пряжа, могу сказать, в меру мягкая. Ну, дочке она колется. Она цвет посмотрела, понравился, но она сказала, для нее это колется. Ну, для нее колется, для меня вроде хорошо. Вот у меня здесь 400 грамм. Эту пряжу тоже нужно вязать на очень таких толстеньких спицах. Здесь 6-7 миллиметров производитель предлагает. Ну, не знаю, это шнурочек такой, посмотрите. Не знаю, насколько 6-7 миллиметров. Но вот я понимаю, представляю, что здесь тоже какая-нибудь очень такой ажур должен быть. И сеточка, в общем, что-то вот такое интересное должно здесь быть. И 400 грамм, это у нас 240 метров в 100 граммах, 240 метров, ну, пряжа толстенькая, ну, посмотрим, если спицы брать толстые и вязать ажурное изделие на кофточку, я думаю, хватит. Тем более, что я сейчас постройнела, скажем так, и уменьшилась в размере. У меня уже не 48-50, а 46-48. Ну, если быть так вот честной, ну, я хочу быть хотя бы, ну, 44 не говорю, но хотя бы полный 46 размер, и тогда я успокоюсь, потому что я никогда не была в таком размере, и мне в нем неуютно, скажем так.
Упаковочка, посмотрите, какой тоже очень красивый, благородный цвет какой, да, синий, переливается с люрексом. Вот так она блестит. Именно люрекс тоже идет синего цвета. Не знаю, насколько вот переливается. Здесь у меня солнышко уже на стол прямо занимает место. Вот. Вот называется Элеганс. Ярнард Элеганс. Мне кажется, все эту пряжу знают. Очень многие хвалили. Здесь тоже 88% хлопка и 12% металлик. Вот, в 50 граммах 130 метров. Но здесь 250 грамм всего. Я думаю, что на летние изделия, даже с коротким рукавчиком, мне кажется, это должно спокойно хватить. 250 грамм, потому что метраж, 260 метров, 100 грамм, неплохой. Неплохой. Вот, это вот такой синий, очень красивый синий цвет. Ну вот, вместе с этим цветом синим, посмотрите, какой, вот какой терракотовый. Мне кажется, это терракотовый, его правильно называть, другим его не знаю, как еще можно назвать. Здесь у нас 6 моточков пряжи, 5 моточков плюс один неполный. Аруся вязала из этой пряжи, и у нее один был в остатке. Она положила к этой упаковке. Та же самая пряжа, тот же самый метраж, но цвет, посмотрите, тоже какой шикарный. Осенний, просто вот сезон. Вот бери и вяжи вот прям сейчас, но нет. Я почему-то вот начала смотреть на другую пряжу. Здесь тоже, видите, шнурочек. Между прочим, этот шнурочек очень чем-то похож, но мне почему-то кажется, что вот эта пряжа Элеганс намного мягче, чем вот Ланосо. Вот. Давайте сравним. Нет, это толще, конечно же. Конечно же, это толще пряжа Ланосо. Это более тоненькая, но она мягче. 100% вот эта пряжа мягче. Элеганс. В общем, будем вязать, будем все смотреть, как она себя покажет, как будет в изделии. Обязательно с вами буду делиться всеми процессами. И еще у меня здесь вот такие три таблеточки из пряжи. Это Арусяк покупала в нашем магазине. Это фирма магазина, которая продавала. Здесь, посмотрите, 70% вискозы и 30 люрекса. Ну, я понимаю, люрекс, наверное, да, здесь 400 метров в 100 граммах. Вот это вот так, вот такая ленточная пряжа. Я из такой никогда не вязала, честно говоря. Даже думаю, что можно связать. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, я с большим удовольствием прислушаюсь к ним и буду ждать ваши, ну, комментарии, скажем так, или ваши советы. Может, кто-то уже вязал из такой пряжи. Вы посмотрите, здесь у меня ее немало. Здесь 250 грамм, как я понимаю, да, если в одной таблеточке 100 грамм, 100 грамм, и здесь она такая, вот она у меня уже распускается. Вот, 250 грамм. Но это ленточная, видите, какая широкая пряжа. Она, ну, невозможно, знаете, как переливается на солнышке. Вообще у меня почему? Вы видите, все в люрексе, все блестит. Сейчас же это очень модно. Но вот вся пряжа у меня сейчас блестящая. Вот куда я, вот, посмотрите, и это все переливается, все блестит прям. В общем, буду вязать из всего, мои хорошие, буду блестеть. Буду с вами обязательно делиться всем тем, что я связала. На сегодня я хочу закончить это просто вот для меня это такое видео, как мечта видео, давайте скажем так, которая сбылась. Я просто благодарю от всей души всех, кто сделал этот день, мой день рождения. Такой юбилей прям мне хочется, я вам скажу, каждый год. А я так боялась его, что придет это время и стукнет 50.
А этот год у меня начался просто с невозможных, вот как вам, я даже передать не могу. Радость за радостью. Спасибо всем, кто провел это время со мной, кто столько времени смотрел видео. Оставайтесь на моем канале, обещаю, что будут видео, может, они выходят не так часто, но жизнь идет своим чередом. Сейчас мы больше месяца уже в ремонте, и найти угол, где снять видео, очень сложно. Или звуки какие-то ремонтщиков, или места не бывает. Ну, в общем, вы сами понимаете, мне кажется, все были в таком положении, у всех был ремонт. Вот, так что оставайтесь со мной, заходите на мой канал. Желаю всем вдохновения. Надеюсь, оно у вас появилось. Столько вы всего увидели, прекрасного, красивого. Ну и все на сегодня. Пока-пока. Мы с Квакой прощаемся с вами. Пока.